Дорогие братья и сестры, разрешите мне поздравить вас со всеми замечательными наступающими днем международной солидарности трудящихся. Это замечательный праздник, это праздновался всегда во всем мире. Конечно, он касается и профсоюза. Все-таки огромную роль играет профсоюзы во всем мире по защите трудящихся. Поэтому я желаю всем, кто занимается профсоюзной деятельностью, огромного здоровья, больших успехов, быть замечательно и быстро с коронавирусной ситуацией, помочь работникам своим, как-то в этой создавшейся ситуации, и добиваться очень больших побед, потому что наше трудовое право, оно повсеместно, не в очень, скажем, хорошем состоянии, потому что везде наступают работодатели, везде наступают и урезают наши права. Хотелось бы, чтобы профсоюзы всего мира были сильнейшей организацией, более сплоченной, солидарной, чтобы действительно вот это понятие солидарности, оно соответствовало этому значению. Поэтому я еще раз желаю всем добра, благополучия, огромного-огромного мира всем, здоровья. Немного скажу о нашей организации, которая, конечно, была незаконно ликвидирована, жестоко подавлена. Вот, нас всех разобщили, все организации уничтожили. Конечно же, у нас осталась еще какая-то надежда, оптимизм на то, что мы сможем отстоять, сможем когда-то все-таки вернуть то, что у нас было. Есть у нас лидеры, которые продолжают это, мы будем называть их имена. Это очень сложно, мы находимся в таком тоже подпольном состоянии. Но мы продолжаем бороться, продолжаем надеяться, что все-таки правда будет на нашей стороне. Очень надеемся на солидарность международную. И я думаю, все-таки вот этот срок, который я получила 4 года, из них прошло 2,5 года, он, конечно, уменьшится. Мне бы так очень сильно хотелось, чтобы какие-то компании, какие-то возможности возникли в международных профсоюзах. И наше дело получило настоящую победу. Потому что на протяжении 2 лет боролись все, помогли, все приложили огромные усилия. И Конфедерация труда России. Я очень благодарна этой организации за поддержку. Огромную поддержку и то, что они делали для нас всегда. Это очень значимо для нас. Очень огромное спасибо Международной конфедерации профсоюзов, которая также нас всегда поддерживала и поддерживала до настоящего момента. И мы, как бы их членская организация, так и остаемся. Надеюсь, что мое осуждение все-таки сыграет какую-то роль и более сподвигнет наши международные структуры помочь нам в этой сложной и ужасающей ситуации с независимым профсоюзом Казахстана. Еще раз огромное спасибо всем удачи,